Наступил сентябрь, школьники идут в школу, ну а запорожские студенты продолжают отдыхать. Благодаря комбинату «Запоросталь» сегодня стартует зоби-фест. Зоби-фест! Я просто счастлив! Как попасть на зоби-фест? Надо просто сделать какое-то доброе дело, запечатлеть это на фотографии, ну или видеосъемкой, загрузить социальные сети, и все. Вы на зоби-фесте целые 2 дня и абсолютно бесплатно, да? Да. Понял. Самые лучшие! Специально оборудованное место у нас одно, только там и может быть огонь. Употреблять спиртные наркотические средства. Употреблять? Употреблять, конечно. Но все это действие происходит на базе оздоровительного центра «Спутник». Так сказать, окунулись немножечко в детство. Здорово. Ага, как тебя зовут? Извините, я не патогеничен просто. Какое ты доброе дело сделал для того, чтобы попасть на этот фестиваль? Мы как бы в самый последний момент собрались с девчонками. Мы думали, что как бы, ну, доброе дело. Вы девчонками? Да, мы с девчонками, я говорю, не мы девчонки. В одну большую девчонку. Нет, короче, мы покормили бездомных людей и собак. Чем? Чем кормили? Ну, мы набрали кучу всяких ништяков вкусных. Я буду завтра показывать мастер-класс и судить батлы танцевальные. То есть вы танцор, но кушаете булочки? Это не мои. Не ваши булочки? Нет. А чьи булочки? Подруги мои. Можно подержать ваши булочки? Да. Смотрел на вас и думал, как бы подержать ваши булочки. Наконец. Я делала мотивационные карточки, на которых были написаны разные красивые фразы, вот, для того, чтобы люди вдохновлялись. Мы нашли очень красивое место, но там было очень грязно, там было очень много мусора. И мы убрали оттуда весь этот мусор. Нахортится. Какое ты доброе дело сделал? Знаете, я организовал это мероприятие, замечательное доброе дело. Но на самом деле, если быть честным, покормил бездомного. Жду, что со временем наша молодежь все-таки станет добрее, начнет делать добрые дела, и наш город станет намного-намного лучше. Открытие зоби-феста состоялось, я, так сказать, немножечко отдохну пару дней вот здесь. Ну а вам, дорогие друзья, скажу только одно. До встречи и спасибо, что вы смотрите программу «Планшет». Фа!